Симону и Ачику пришелся по вкусу лед. Я не могу. Это вообще прикол. Семка, ты уронил лед? Подожди, да я достану тебе. О, это ж надо было. Все, не достану. Там он и растает. На вот кусок льда тебе. Какой вкусный лед. Какой вкусный лед. Вода ж не такая вкусная, как лед. Куся, попробуй. Ты еще не пробовал. Интересно, да? Твердая вода. Как прикольно. Куська. 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 Куську нельзя гладить. Нет, видите, нельзя Куську гладить своими грязными руками. Да, Куся? Только помылся. Белоснежный ты мой. Ну куда ты лезешь? А тебе можно по мне лазить своими грязными лапами? Аченька, на ледик. Ледик. Ой, какой вкусный ледик. Ой, не уноси. Нет, 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 не уноси. Не уноси туда, пожалуйста. Ты мой холёсий схватил. Прятать, прятать от всех лед. Ну, я его забрала. Сёма, смотри, лед будешь? Ай, Сёмка. На. Только не уноси. Ой, какой интересный. Это веселье крысам. Наконец-то что-то новое. А то скукотища. Каждый день одно и то же. Датчик. О, Сёма отколол кусочек льда. Ну, хоть так крыски остынут. Тоже, кстати, интересный лайфхак, как говорят все. Как остудить крысу летом? Дайте ей погрызть льда. Ой, забрал. Конфетка. Понакрошили мне, все мокрое теперь будет. Что такое? Что такое? Куда ты лезешь? Ой, ты мой. Сладкий. Сладкий. Сёмка. Ачик, покажи, что ты тоже так умеешь делать. Ай, Сёма не даст. Сёма не даст. Сёма такой ревнивец. Ой, Аченька, ты мой зайка. Почухай, почухай, пока он ушел. Ну куда ты? Мы с ним уже лизали сегодня. Точнее, он меня лизал. Я уже заговариваюсь под вечер. Так, все, где лед? Угу, лед лежит. Сёма, хочешь обнимашки с Буськой? С Тируськой? С Кукуськой? С кем? Куська. 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 Что, Куська? Оченьку. Все, мальчики потеряли интерес к льду.